Моделька прям потрясающая. Очень аккуратная и очень-очень красивая. Сейчас мы ее будем открывать и рассматривать поближе. Вот он салон. Пожалуйста. Здорово, как я и говорил, все кнопочки на местах. Ручки переключения коробки передач. Расшивочка на сиденьях. Все в целом присутствует. Всем привет, вы на канале Toy House. И сегодня у нас Диагостини, автолегенды новая эпоха. И это, ребята, ВАЗ-2114 Лада Самара. Ну что ж, давайте вскроем пакет. Уберем пока модель. Смотрите, кстати, до конца. Кое-что вам расскажу интересненькое в конце ролика обязательно. Итак, журнальчик листаем, да. Рекомендуемая цена 1000 рублей. Где купить, я рассказал все на своем втором канале, который называется Toy House Life. Туда подписываемся, чтобы тоже следить за какими-то различными новостями. Там более такой разговорный контент, то есть не обзорный. Ну, обзоры там тоже бывают. Ну, в общем, заходите, буду рад вас там тоже видеть. 1000 рублей. Тираж, не знаю какой, вот здесь вот должно написано быть. Так, выходит раз в 2 недели. Ну где же ты там тираж-то спрятался? Спрятался тираж от нас. Убежал, рассматриваем пока автомобиль. Пока я ищу тираж, дата печати. Угу. 7200 экземпляров, не такой уж большой, кстати говоря. Так, а как же вам показывать-то журнальчик? Мешает мне тут заправочки. Сейчас мы поднимем вот так вот камеру. Будет более видно. Ну, не хочу вот двигать заправку так. Фигурку девушки-водителя сбил. Так, автовоз нам теперь мешает. В общем, все мешается. Опа. Так. О. Ну, упал тоже. Ладно, я думаю, видно, да? В целом. В общем, легендарный автомобиль ВАЗ-2114 можно встретить на дорогах, везде, в каждом дворе, я не знаю, в каждой подворотне, на любом перекрестке, повороте, в общем, до сих пор ездят такие автомобили. Кто, у кого-то была мечта такой даже иметь автомобиль, да, это ваш автор, вернее, автор этого канала, да, мечтал я о четырке, но как-то перешел потом уже на другие автомобили, потому что четырку перестали выпускать. Ну, а изначально, когда только получил права, наверное, да, это была мечта. Мечта, вот, наверное, вы смотрите это видео, и для вас тоже это была когда-то мечта, ну, для многих, я думаю. Напишите об этом в комментарии, мечтали ли себе получить четырку или нет. Смотрите, учебный автомобиль, в общем, эх, как там еще цвета так интересно, красиво назывались. Снежная королева, Мурена, по-моему, да? Еще какие-то там, не знаю, очень интересные цвета. Сейчас не буду вспоминать, потому что могу неправильно что-то назвать. Так, максимальная скорость у нас, значит, максималочка-то здесь и не написано. Интересно. Здесь написали, а, вот максимально 160-165 километров в час. Не знаю, ездила она столько, не ездила. Не могу об этом сказать. Кстати, в следующем выпуске по Диагостини я перепрыгнул, как бы не стал снимать, будет ВИЗ на базе Гранты. Это, ну, пикапчик такой, тоже всякие продукты привозит, еще различные, такой мини-грузовичок, так скажем. В общем, пятнашечка здесь, я думаю, тоже выйдет скоро, скоро мы ее увидим. Итак, вот, пожалуйста, в следующем выпуске получим вот такую вот Ниву. Даже это не Нива, а правильно называется Лада Бронта. В общем, будет обязательно обзор. Пришлют мне в следующем месяце, потому что я получаю данные модели по подписке. Вот здесь есть сайт. Кому интересно, заходите, смотрите. Может быть, есть свободные продажи. Если нет, можно приобрести данные модели в магазинах. Ну, Роспечати, да, там, Союз печати, не знаю, газетных ларьках всяких. Итак, вот она, модель. Модель у нас находится в блистере. Надпись ВАЗ-2114, видим, да? Цвет такой, не знаю, жемчужный, как правильно, тоже не знаю, называется. Моделька прям потрясающая. Очень аккуратная и очень-очень красивая. Сейчас мы ее будем открывать и рассматривать поближе. Итак, с этой стороны у нас коллекционная модель.
в масштабе 1,43. Вскрываем. Сделано это в Китае. Модель, но это ни для кого не секрет. Ну что ж, закручено, смотрю, двумя винтиками. Так. Так. Все аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Опа. Вот она. Вот она, красоточка. Просто нереальной красоты модель. Реально очень классная и, ну, прикольная. Вот честно, прикольная. Есть у меня пятнашечка от Карарамы. Мы сравним сегодня с вами чисто мордочки их, как они смотрятся вместе. Итак, откручиваем. Давайте. Это то, о чем я говорил в начале ролика. Что не перематывайте, досмотрите до конца, будет там сравнение. Просили меня разбирать модели, но будем разбирать некоторые модели. Некоторые модели, может быть, не имеет смысла разбирать. Ну, не знаю, тоже пишите комментарии, я никак не могу определиться. Все-таки, если разбирать модели, это будет, ну, довольно долгое видео. Итак, сразу посмотрим нижнюю часть. Выглядит вот так вот. Рассматриваем, да? Лада 2114. Диагостини, Диа сократили, видите, масштаб 1,43. Передняя часть выглядит вот таким вот образом. Оптика у нас пластиковая, автолегенды, насечки на имитации стекла, как бы фар сделаны. Поворотники в оранжевом цвете, очень красивая окраска, прям такая, какой-то металлик, я не знаю, как честно называется, но выглядит очень клево. Салон. Ручник поднят. Руль. Все-таки хочется вскрыть. Ладно, в этом видео вскрою. А так напишите комментарий, вскрывать или нет. Кто-то писал, что да, лучше вскрывайте. Так, задняя часть у нас Лада написана. Здесь у нас что, спутник, да? 1700 или... Не вижу, не могу рассмотреть. Оптика задняя прям классно сделана. Единственное, вот эти вот точки черные. Видите, которые, ну, видать, это фара вставляется в корпус. Ну, они, может, как лампочки, конечно, и выглядят, но все-таки, наверное, нет. Есть у нас брызговички. Выхлоп сделан. Классненько. Резиновая покрышка на колесе. Аккуратненькие очень колеса. Вообще здорово. Спойлер. Дворник отдельным элементом. Зеркала с имитацией зеркала. Салонное зеркало присутствует. Ну, все круто вообще, клево. Так, ну вот так вот попробуем заглянуть. Ну здорово, здорово. А, и вот так вот можно попытаться что-то рассмотреть. Ну прям камере очень тяжело это сделать. Если, конечно, перевести в макросъемку, может быть, я и смогу вам показать. Может быть, здесь изгиб, то, что стекла такой идет. Сейчас попробуем. Ну, здоровская модель. Честно, здоровская, классная. Давайте сейчас пятнашечку возьму от Карарамы. Это единственное, что продавалось. Вот. Такая вот она пятнашечка. В свое время. Ну, а потом вот недавно выпустил технопарк еще на 4. Ну, очень похоже, да, нету противотуманных фар. Но в целом прям похоже по геометрии. Да. Пишите свое мнение в комментариях, как вам вообще данная моделька. Ну, что, разбирается двумя у нас винтиками. Ладно, давайте разберем. Все-таки заглянем, посмотрим. Заценим, так сказать, какой салон. Мне кажется, там очень так все здорово сделано. Так, досмотрели до этого момента, плюсуйте, потому что не знаю, на какую длину вам снимать ролики. Либо короткие, прям совсем двухминутные делать, либо подлиннее, со всеми, так сказать, ну, со всеми распаковками. Так, сам салончик у нас, вынимаем его, вот она, болваночка внутри такой выглядит. И вуаля! Вот он, салон. Пожалуйста,
здорово. Как я и говорил, все кнопочки на местах, ручки переключения коробки передач, расшивочка на сиденьях. Все в целом присутствует. Все отлично. Дверные карты. Ну, классно. В общем, все, ребят. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравилось, то с вас лайкос. С меня видос. Всем пока. И всем, конечно же, что добра.